водород куда? Вовнутрь код поставил? Ух ты, она что, по камере полетит? Да, на максимальное расстояние. На максимальное это сколько? Это 40? Ну, это как минимум. Ну, сколько до взлетки? Это нормально? Да. Ты на взлетку сядь, оглядись, взлетай ведь. Ну, все думаю, или блин, летит, низко нет? Пройдешь просто над аэропортом. Не долетит? Я так думал уже. Ветер в другую сторону. В другую сторону. Это вообще какой-нибудь томский аэропорт. Ну ты сам говоришь, на сколько ему хватит аккумулятора? На 40 минут? Ну да. Я думаю, долетит. Да ветер, там будет старый. Похеру. За 40 минут. Файл сейф, проверь. Ну 40, а сколько ровно он стоит? Километров 100-то летит, блядь. Что он ровно стоит? Что происходит, когда файл сейф срабатывает? Работает тарут чисто. Сам стабилизирует. Ну двигатель выключается? Да. Ну и все. Ты знаешь, какой менторский тон у него с утра сегодня, а? А ты знаешь, у него вторую неделю такой тон. Да? А чем мы прострафились? Да, прокосячили там чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Прикинь, да? Хорошо, он не буйно. Если бы он еще люлей раздавал сразу. Найди тряпку, намочи ее водички и сотри все отпечатки. Откуда? С самолета сотал. Почему? Почему? А моих в базе нет, я уже подсуетил. Мои зато есть. На нем нет. Есть, я же его бросал уже. Да? Если что, ты просто бросал его. Я это пятерка, все равно не больше. Приехал мужик непонятный, скажи, в темных очках, раньше не видели, на темной машине, непонятный марк. Просил, брось мне самолет. Но номера заклеены, да? Бросили самолет, он все в машину уехал. Эка батенька вас нахлобучил, это с прошлого раза, а? Вот и корпус. Что вы делали-то? Зачем это делалось-то вообще? А как ты присобачишь же? Да. Во-первых, ее можно было ниже куда-нибудь поприставить. Да не, нормально. Так а что вы не хотите ее спереди поставить? Куда ее? Нет, нет, вот нормально. На крыле вот отлично. В это место. Ну. Не, винт будет мешать, да, и нет. Это канопа загораживать все херни будет. Блядь. Да, чуть-чуть вниз. Чуть-чуть вниз надо. Вот, да, вот да, теперь да. На двухсторонний скотч ее прилепить, да, и как-то зафиксировать. Вы посмотрите сначала, что показывают там. Уже отлично показывают. Это может порнуху какую-то. Ты понимаешь, что при этом...